12 декабря пройдет заседание маркетингового клуба на тему «Корпоративные подарки». Меня зовут Леонтьева Юлия Александровна, я директор компании «Рекламные сувениры». Основные моменты, которые будут освещены, это определение вида сувенирной продукции, направление использования сувенирной продукции, причины использовать сувенирную продукцию как элемента комплекса маркетинга и вообще, в принципе, маркетинговых коммуникаций. Будут освещены сложности при формировании запросов и предложен бриф, технологические ограничения и также их учет при размещении заказа. Желательно было бы, конечно, затронуть вопрос с представителями клиента об эффективности использования сувенирной продукции и послушать варианты, которые они предлагают. Я готова осветить последние тенденции в сувенирной продукции.